Итак, друзья, сейчас я покажу, как заработать в Финляндии на похмел. Так, перед тем, как пойти в магазин, мне пришлось немного поработать. Это я собрал в округе бутылки, помойки. Я тут сдавал банок на 26 евро 25 центов. Внес большой вклад в сохранение природы. И теперь можно продолжить банки. Местное крафтовое пиво. Питер Брекзит. То есть горький Брекзит. И вот тут на этикетке есть пояснение о том, что вообще происходит. В общем, ребята, местные пивовары поддерживают храбрый британский народ в том, чтобы они не выходили из Евросоюза или наоборот выходили. Но в любом случае, из-за того, что происходит Brexit, к сожалению, это пиво будет недоступно в Великобритании. Вот. Ну а мы здесь можем расслабиться. Еще одно местное пиво. Похьямма Smooth Winter Ale. В общем, просто, ну, тут история проще, помогает пережить суровейшую финскую зиму. Какая-то дичь. Wild Organic Dry Apple Cider. Берем. Однозначно. Это я не знаю, что такое, наверное, с добавлением розы. Старились крафтовым пивом, который варят прямо вот